Ну что ж, 11-я серия. Надеюсь, ждали. А, на улице, видимо, лучше не выходить. Что ж, как там наш товарищ отдыхает? Надеюсь, он сейчас неожиданно не скочит, не прыгнет, пока я буду вот это... ружо делать. Ружо. А где оно, ружо-то? То есть мне им еще и попользоваться не дадут? А какой тогда смысл было его делать? Не понимаю. Ну-ка, может, через двоечку. Ну, там ружо. Нету ружо. Есть только сигнальный пистолет. Странно. Че, он в этих, что ли, предметах? Как его называют? Загляните его, хочется домик, постарайтесь собрать как можно больше информации о лесных ораторах. Вот оно, ружо-то. В полном порядке, старый Зерлов захочет получить его обратно. Печально. Попользоваться им не дают. Я очень рассчитывал, честно говоря. Учитывая недостаток боеприпасов. Так, сейчас сделаем магию одну. Потому что от этого уменьшается вес. И это явно магия. Потому что непонятно, от чего уменьшается вес. Это нелогично. Я бы это багом называл, честно говоря. Так, что я хотел? А, вот эту канистру забрать. Да, пока нормально. Сейчас вот, когда будем тут предметы забирать, вот тогда будем думать. Что выкинуть? Что с тобой травма творится? Интересное притормаживание. Как я был без сознания. Нихера себе. Опа, волк. Огни-то какие. Компьютер светится. Нихера себе, что здесь творится-то. Волки какие-то странные, зеленые. Вы только посмотрите, блин. Тут бы подошло бы слово офигевание. Но оно только наполовину передает. Вот и северное сияние, видимо. Фига себе. Они ненавидят свет. Правда, он не заходит в свет. Какой волчок. Тут уже совсем какая-то магия началась. Я не знаю, пытаться ли сейчас куда-то идти. Середина ночи. Куда нам там?
А, вот как раз охотничий домик, и, видимо, туда и надо. Короче, ну их нафиг. Ложимся нафиг баньки и это. Сколько их тут? Часов 6, наверное. Не рычи тут на меня. Че, еще не рассвело? Свет все еще горит снаружи. А внутри вот уже сам не видно. Ну, волки сбежали, да? Ну, видимо, сейчас дрова придется выбросить. Сейчас посмотрим, сколько по весу. И курточку мне мою жалко. Инструменты уж, конечно, не выброшу. Так же, как и ресурсы. Да нормально, не плачь. Сейчас выберем, что выбросить. У меня явно сильный перегруз. Начнем с малого. Поедим. Я думаю, вот это как раз уже уменьшит вес. Хоть как-то. Стало получше. Ну чё, придется дрова выбрасывать. По одному штуку оставлю, по одной штуке. Так, ну мне в таком количестве уж явно не понадобится. А это, наверное, вообще не понадобится. Уже получше. Медикаменты. Жалко все выбрасывать. Все, доброе утро, страна. Делаем низкий старт. Интересно, те волки, они совсем ушли? Мне куда вот идти? В противоположное относительно вот этого направления. Надеюсь, волки совсем ушли. Быка вообще нет. Но эта ночь была просто нечто. Я просто это... Вот бы подошло бы одно слово на «а». Но она матерная, я не люблю материться. Но она бы тут очень подошла бы. Кажется, игра хотела, чтобы я ночью пошел. Поэтому здесь фонари по пути. Чтобы я учился, видимо, от волков убиваться. Он домик, видимо, куда мне надо. Но мне и так приключений хватает, чтобы еще и по ночам ходить. Мерзнем. Вон тут мост. Вон волк кого-то кушает. А, просто пройдем дальше.
Волк, думаю, сейчас для волка мы слишком сложная добыча. Его проще, он кроликов с оленями. Но это сильно какая-то хрень была с волками. Я готов спорить, что сейчас нихера ничего не объяснят, что происходит с волками. Потому что всего лишь второй эпизод из пяти. Хрена, а не информация. Рано еще слишком. Че, ветер что ли? В лицо. Блин, угрозило меня с утра пойти. Давай пробейся уже. Все. Ветра нету. Я все еще мерзну. Как раз дрова все выкинул. Трупа оленя. Я хочу вот эту башенку бы, ну, сторожку бы смотреть. Давай уже. Вот ветер так тормозит. Я думаю, надо там на дорогу выйти. В любом случае, так что идем все равно через эту сторожку. И стоит тут пытаться по прямой дороге подняться. Что олень делает, мне непонятно. Fingers feet numb. Хоть ничья засидка. Смотрим, ни хера ничего нет. Ладно, идем дальше. Кстати, интересно, дадут ли вот за эту жену поиграть. Чем она все это время занималась? Как-то очень подразумевается, что, например, в третьем эпизоде должна быть игра за нее. Довольно очевидно, как-то мне кажется. Напрашивается. Я начинаю замерзать. Тоже пробовать дрова наломать. Давайте так и сделаем. Сломаем дрова. Согреемся. Блин, только бы с наветренной стороны это делать. Есть. Ну, ставься. Да будет костер. Да, пару часиков тут посидим у костра, погреемся. А то персонаж замерзает. It worked. Ох, хорошо. Так вот тут еще лучше. Это
Это что у нас там с голодом? Вот отдавай эту. С свинину. С фасолью. Вот так вот здорово. Давай туда еще чаек. Чтобы уж совсем добить. Вот так вот еще лучше. Че там ветер спадать не собирается? Давайте час, ой, не туда ткнул. Час отдыха. О, вроде получше стало. Топали. Ну, еще прохладно, конечно. Блин, несколько волков ходит. Кажите. Вон один. Эх, придется прыгать. Тихо, Маккензи, не шуми. Надо я соберу. Учитывая острую нехватку обезболивающих средств. Надо будет наготовить потом. Надеюсь, он сейчас на меня не нападет. Не явно сюда путь. Топали. Ух ты, ух ты. Болторезом режем. Видимо. Охренеть. То есть я теперь с помощью него смогу во все места такие заходить, что ли? Ну, закрою, нефиг всяким волкам за мной ходить. Ну ладно. Уж я не знаю. Может, это просто как бы квестовые предметы и... Только эту дверь открывает. Или может все двери открывает. Все, мы уже даже не мерзнем. Все отлично. Ветер дует, конечно. Но ничего страшного. Практически дошли до домика. Я думаю, буквально за углом. Фонари тут. Вот игра явно хотела, чтобы я с этими, под этими фонарями шел, отбиваясь от волков.
мосты во время сияния. Разработчики на это рассчитывали. Но я это, как бы это сказать так, чтобы было самому не обидно. Короче говоря, неожиданно решил, что разумнее идти, когда расцветет. А так вот не обидно. О, отлично, волки. Он за кем-то гонится. Шмяк. Сожрал кролик. Здрасте. Привет. А я не буду его трогать. Блин, только там еще есть. Целая, блин, компания. Ну, точно они хотели, чтобы я шел. Здесь бы целых три волка меня пасли. Не, ну если сейчас там не будет боекомплекта, будет совсем херово. И ружье не дают пользоваться. Еще одного кролика сожрал. А мы приехали. Ну, в смысле, пришли. Да, выглядит неплохо. Ничей домик. Я говорю, прикольные локации, и я бы и в выживании тут повыживал, скажем так. Особенно, чтобы волки мне нападали. Только вот это я все соберу. Ибо пригодится. О, еще и машины. Посмотрим. Факел. Пусто. Так, лицом туда встану. Чего нету? Вот там есть это крекеры. Так, идем дальше. Тут что за строение? Сарай какой-то. И ничего-то нет. Ну вот это заберем заодно. Потопали внутрь. Смотрим, что тут есть. Ой, да не шумите вы. Развалите. Looks like this might be where those eco-terrorists were hiding out. Let's see if they left anything useful. Да, давайте, как обычно, это повыбрасываем тут внизу. Что у нас там с голодом?
сейчас сложу все, что можно, чтобы мочь передвигаться. Тоже, наверное, пока тут все лежит, тот заберем. Ладно, оставим в смысле. Топорик тоже пока только тут. То я думаю, одного пока хватит. Не поверите мне, задним фоном показалось, что здесь движение какое-то было. Еще и эта голова, блин, висит. После этой ночной этой прогулки, уже глюки, короче. Ну, в смысле, не состоявшейся, конечно, но... Ну, вы поняли, короче. Чай, фонарь. Еще и ход вниз. Как-то надо систематизировать крольчатина, арахисовая паста, химическое полено, вот это имба штука. О, здесь даже ружье. Ну все. Not much for guns, but after what I've been through lately, better to be safe than sorry. This pack is getting too heavy to carry. Ну все. Теперь мы сыграем с волками в другую игру. Называется «Вы меня заколебали, отстаньте уже». Так, сколько тут жратвы-то? Давайте ее все в одно место перетащим. Не, я говорю, вот если считать выживание, тут, конечно, бы, конечно, немножко это убраться бы. Но, в принципе, тут вполне себе можно повыживать. Ну, то есть я бы здесь задержался, пока я все ресурсы пожил бы. Немного еще повыбрасываем, чтобы не таскать с собой. Сейчас все остальное смотрим. Все, теперь все отлично. Вообще надо пистолет убрать. Вряд ли тут в помещении будут волки. Убираю уже. Хватит играться. Ресурсов теперь явно хватает. Чё, шарф? Ты её сбросил. Давайте начнем снизу вверх, что ли. Посмотрим, что у нас внизу. Ну, то есть у них поленница. Да, появляется это. Значочек, но взять нельзя. Фонарик. Поврежденный фонарик. Ну да, вообще это. О, фонарик. Они ненавидят свет. Исследуя мир, вы обнаружите, что электроприборы, вышедшие из строя во время первой вспышки, оживают, когда в небе появляется странное северное сияние. Такое происходит, например, с фонариком. Фонарик поможет найти дорогу в темноте, а может оказать неожиданный эффект на животных. Понятненько. Ё-моё. Знаете, у меня сейчас просто мурашки по спине пробежали. Thank you.
Реально мурашки по спине пробежали. Я вообще, если честно, как бы давно пытаюсь немножко развивать себе реакции на события, потому что, как правило, я совсем никак не реагирую. Я ради видео стараюсь, но сейчас это вот была естественная реакция. Карта лесных ораторов. Встречаемся в заброшенном охотничьем домике на окраине парка Загадочное озеро. Даю координаты этих корпоративных нецензурно из Брейерхауза. Надо остановить. Ну-ка, карта Загадочного озера. Что-нибудь появилось? Ну, видимо, вот этот появился. Тайничок. Трос справа лежит. О, пара ракет, отлично. Патрон. А, ну у нас же сейчас вот такая имба есть. Все. Так сказать, теперь можно почувствовать себя человеком. Кстати, имба рукавицы. Не будем бросать их. Здесь мы вряд ли что-то будем делать. Хотя вообще можно было бы, наверное, и задержаться, поохотиться. Наделать себе каких-нибудь вот этих вот частей одежды из оленя. Ну, с рождем так сразу себя чувствуешь увереннее, если честно. Это не с топором отбиваться. Но я не понял, где находится этот телефон, который звонил. Но мурашки у меня от него, конечно, были незабываемые. Ну, что ни говори, в общем, серия получилась вот для меня очень насыщенной. Вот и телефон, который, правда, не открывается. Ну, не берется. Ну, или типа Маккензи начинает крышу ехать. После всего увиденного. Мне бы, кстати, как там это для чистки ружья бы средство бы пригодилось. Тут действия чистить нету. Состояние 69%. На самом деле не стоит так просто палить во все направления. Давайте так по порядочку смотрим все комнаты. Кто знает, чем мы тут найдем. Была ванная. Явно дело. Ладно, возьмем пару повязок. Но после всех этих звонящих телефонов мне вообще неохота ружье убирать. А то, если честно, ассоциации с метро возникли. Нет, нафиг, мы ломать не будем. Набор для шитья. На рабочую кровать. Если что, будет не отдохнуть. Но на самом деле тоже довольно жуткое место. Все, по порядочку.
жуткое в своем запустении. С другой стороны, настолько пустое, что не так жутко смотрится, как, например, ну там локация есть, я не помню, как она там называется. Довольно такая пустынная, довольно сложная. И там есть дом практически в центре. Там сад такой явно крупный, с деревьями. И дом. И в доме можно было кучу детских игрушек и прочее найти. Вот это очень жутко смотрелось, если честно. Я пробовал жить в этом доме, ну, в выживании, и в итоге решил, да ну нахер надо. Патроны для ружья. Интересно, нету ли здесь где-нибудь это, средство для чистки? Не нужна мне ветровка. Еще одна кровать. Носки валяются. Ну, вроде все осмотрел. Так, а мы сюда нахера приперлись-то вообще? О, здесь тайник появился. Рядом с этой площадкой ремонтной. Наверное, стоит осмотреть. Здесь мы, видимо, выполнили задание. Ружо, короче, забрали. Вернитесь, Джереми. Че, придется прямой дорогой идти. Опять так же, как пришли. Я, конечно, могу ошибаться, но серия идет примерно полчаса сейчас. Наверное, думаю, я буду заканчивать, чтобы вот нужно. Если я сейчас пойду, то вряд ли я там за 10-20 минут могу так дойти. Скорее всего, застряну. Но сейчас много ресурсов и прочее. К тому же мне жалко все это дело бросать. Так что мы пока тут задержимся. Мы подумаем, что нам нужно, что не нужно. Кстати, все-таки этот, по-моему, портится меньше стало. Так что второй пистолет нам, видимо, понадобится. Можно, например, вот это вот все дело порвать. Можно, в принципе, во-первых, того волка разделать, во-вторых, оставшихся перебить. Думал, как это сказать, помягче фразу. У нас будет много мяса. С другой стороны, у нас сейчас, конечно, еды хватает. Что-то у нас олень. Жутко смотрится, если честно. Терпеть не могу чучело. Вот там еще одна химическая полена. Блин, надо бы, наверное, забрать эти химические поленья, потому что уж больно они имбовые, в общем. Это рыба-то еще нормально смотрится, вот когда вот такая вот голова. Волка. О, неожиданно скорость прибавил. Чего-то мне кажется, как-то слышу больше одного шага одновременно. Ну там еще на улице погода, судя по всему, хреновая. Короче говоря, я сейчас это сохраняюсь вот так вот, часом отдыха. Мы тут будем пережидать всю ночь. В итоге. Но я думаю, это уже будет в следующей серии. И к тому же у меня уже, лично мне уже хватает эмоций. Надо их пережить, скажем так. Переживать. Пережевывать. Ну, вы поняли, в общем. На этом я серию буду заканчивать. Следующая завтра, скорее всего. Надеюсь.